Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ENSC49. У солнца середина лета, но Арктика сделала все, чтобы вернуть Сибирь в сырую холодную весну, сбрасывая далеко на юг волны своего охлажденного воздуха. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 23 июня временами дождь, гроза. Ветер западный 3,8, порывы до 14 метров в секунду. В ночные часы ожидается 5,7 выше 0. В светлое время суток температура воздуха составит плюс 15-17 градусов. А теперь о погоде в последующие дни. 24-го без осадков, ночная температура плюс 5-7, днем ожидается плюс 18-20. 25-го в конце дня небольшой дождь, гроза, в темное время суток 5-7 со знаком плюс, днем воздух прогреется до плюс 20-22. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Желаю вам отличного дня!